В этом видео вы сможете угадать результаты сегодняшних матчей по футболу и выиграть голду. Также в этом видео вы сможете получить 3 дня премиума за специальную ЛБЗ, и таких ЛБЗ будет целых 2. Как их активировать, как получить премиум, как получить голду и другую халяву, расскажу прямо сейчас. С вами Бомбилка, погнали скорее смотреть видос. Огонь! Скидка на водки.ру. Доставай самые крутые премиум танки или 100 тысяч золота всего за 119 рублей. Стань счастливчиком дня и получи 5000 золота бесплатно. Ссылка в описании. Привет, танкисты, с вами Бомбилка, и сегодня у нас новый видос и новая рубрика. Во-первых, сегодня мы в видосе расскажу вам, как получить 3 дня према для игроков, которые давно не заходили в игру, а также специальная боевая задача. Еще одна задача на 3 дня према, которая приходит игрокам. То есть у нас 2 способа сегодня будет получить вам 3 дня према на халяву от Wargaming. Так что вот такие дела. Ну и специальная халява, также это не касательно трех тех двух способов, тоже ждет вас дальше, о которой я расскажу чуть позже. Заинтригую вас так непонятными словечками про халяву. В общем, ждите, а мы начнем вот с чего. Новая рубрика у нас на канале называется «Чемпионат мира», и мы обсуждаем матчи сегодняшнего дня. Сегодня у нас 4 игры, и для тех, кто играет в ставки, я дам свои прогнозы и свои советы, посмотрим, насколько они сработают. Первый матч сегодня в час дня начинается по Москве, Франция сыграет с Австралией, я записываю это видео в 11, и вот мой прогноз. Мне кажется, в этом матче Франция победит в 2 мяча абсолютно спокойно. 3-1, 2-0, возможные счета, особенно учитывая последние матчи Австралии. Вот давайте посмотрим, хотя даже можно сказать, 23 марта Австралия проиграла Норвегии, 27 в ничью с Колумбией, 1 июня выиграла у чехов и 4-0, и потом выиграла у венгров. Мне кажется, может все-таки посражаться, но... Тогда уже для перестраховочки просто взять на победу Франции можно смело. Ну а для самых таких застрахованных x1. Ну а для тех, кто хочет риск, можете рискнуть и 10 рубчиков поставить на ничью. Там коэффициент 7,5. Обалденный. Дальше у нас 4 часа Аргентина и Исландия. Здесь смело, уже смело можно брать победу Аргентины с коэффициентом 1.35. Если делать экспресс и ставить Франция победа, Аргентина победа, это у нас будет на Францию коэффициент у нас 1.25 примерно, и на Аргентину 1.35. Вот сейчас на калькуляторе я с вами посчитаю. Глючит у меня мой телефон. 1.35 умножить на 1.25. Это у нас уже 1.68. Мы набрали коэффициент. Дальше едем. Перу, Дания. Вот очень сложный матч. В этом плане просто никаких прогнозов вообще дать не могу. Но все-таки вероятно победа Перу или x2 на Перу. Но давайте этот матч выпустим из ставок и ставить его, добавлять в наш экспресс не будем. Но для особо рисковых здесь я бы жмякнул на ничью, можно тоже рискнуть. Хотя здесь вот все голосуют за победу Дании больше по опросам. Дальше у нас третий матч будет у нас 22 часа. 10 часов вечера это будет Хорватия-Нигерия. И мне кажется, самое интересное противостояние в Калининграде пройдет сегодня именно в это время, в 10 часов вечера, потому что практически разные противники, но вот по последним играм Нигерии я бы сказал, что они не очень готовы к чемпионату, потому что Чехии проиграли товарищескую игру 1-0, Англии проиграли 2-1, до этого играли с Конго 1-1, проигрывали Сербии и еще 23 марта выиграли у Польши 1-0, но тем не менее... Там достаточно известный состав игроков, которые в большинстве своем играют в Европе, поэтому тоже могут посражаться. Ну, здесь можно рискнуть и с уверенностью поставить с коэффициентом 1.8 на победу Хорватии. То есть добавить этот коэффициент в наш экспрессик. 3 победы, 3 коэффициента. В сумме у нас получается коэффициент 3,300. Троечка. Ну, троечка и там...
тысячные уже дальше. В сумме троечка. На эти три матча посмотрим, сработает или нет. Я никому не советую ставить по моим прогнозам, потому что я нифига не опытный. Просто пробую что-нибудь угадать, чтобы вам было весело. Ну, можете не ставить, а просто записать мои прогнозы, а там уже посмотреть, сработает или нет. А я поставлю, поставлю по прогнозам. Вчера ставил на ничью в Португалии, Испании, и матч был просто потрясный. И коэффициент сыграл. Дальше, давайте подведем победителя нашего ежедневного розыгрыша голды. Он получает не голду, а премтанк. Точнее, голду на премтанк, как я обещал в позапрошлом видео. Прошлое специально у нас с халявой. Обязательно посмотрите прошлое видео. Вчерашнее, ссылка на него будет на экране. В общем, он получает премтанк Т-127, точнее полную стоимость его в голде. А если и ты в этом ролике тоже хочешь на халяву выиграть премиум танк или голдишку, то тебе нужно выполнить простые условия: подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий с игровым ником. А также специальная халява для наших зрителей. Угадайте итоги матча Франция-Австралия, Аргентина-Нигерия, Перу-Дания и Хорватия-Нигерия. То есть у вас 3 матча сейчас, и вы должны... 4 матча сейчас, и вы должны сделать ставку прямо в наших комментариях. То есть победитель из завтрашнего видео, если такой человек найдется, будет тот, кто угадает все 4 матча, именно итоги. Если такой человек найдется, он получит голду. Ну, а если найдется несколько, то один из этих людей получит голду. Я буду внимательно искать. Если не найдется, просто будет случайный победитель на голду. В общем, вам нужно написать первый матч, например, Франция-Австралия. Возможные варианты 1x2. 1 это победа Франции, x это ничья, победа Австралии это 2. То есть вы в столбик в комментариях или в ряд пишете цифры. 1, например. 1. Первая цифра это первый матч. Вы поставили на Францию. Дальше. Аргентина, Исландия. Например, пишете тоже 1. Вы выбрали Аргентину. То есть ваш код 1-1. Дальше. Второй матч. Например, Перу-Дания. Вы хотите поставить на ничью. Вы добавляете x. То есть пишете 1-1-x. И третий, и четвертый матч Хорватия-Нигерия вы, например, ставите на Нигерию. Пишите 2. То есть ваш ключ, который вы пишете в комментариях. 1-1-x-2. То есть ваша ставка Франция-Аргентина, ничья-Нигерия. Вот по очереди на все матчи, которые мы выбрали. Моя ставка такая. 1-1-2-1. Это я выбрал, но это да, не факт, что случится. Ну, если вы угадаете, и много людей угадает исходы всех матчей, то не все получат голду, а только один из этих победителей. Ну, угадать действительно 4 матча очень сложно, поэтому я думаю, победителей будет не очень много. В общем, желаю вам удачи, участвуйте, если у вас получится угадать все матчи, то скорее всего получите голду. Вот такая вот халява. У нас марафон тотализатор. Выиграй голду. Угадай исход матчей у нас. Ну и дальше у нас есть специальная новость. 3 дня према можно получить для тех, кто давно не заходил в игру. На официальном портале, в официальной группе World of Tanks появилась вот такая вот картинка, вот такая новость. Если ты не играешь больше 30 дней, один раз зайди в игру и получи 10 случайных футбольных карточек. 2. Сыграй случайный бой и получи x2 опыта и так 100 раз. Задачу можно выполнить только на тех машинах, что уже получили бонус за первую победу в день. И 3. Выполни вторую задачу 35 раз, сыграй еще один бой и получи 3 дня премиум аккаунта. Вот такая вот халява на 3 дня према. Дальше. Дальше, ребят, есть у нас специальная тоже, специальная халявка. Мне скинули в личку сообщение. Одному из наших подписчиков пришло вот такое вот оповещение. Привет, командиры. Как насчет того, чтобы выполнить простую боевую задачу и получить 3 дня премиума? Всего-то и нужно, что нанести 25 тысяч урона вражеским машинам и уничтожить 15 танков. И все это можно сделать за любое количество боев. Хватит раздумий, в бой.
Эта задача, стоит отметить, приходит не всем, а только нескольким игрокам. Но, тем не менее, мне кажется, очень интересно бы было, если проверьте, может, вам пришла. И так я и не понял, какие условия должны быть, сколько боев вы должны там выполнить, старикам это или кому-то еще, какие условия вы должны выполнить, чтобы вам пришла эта задача. Так и не понял, а и кому пришла, обязательно напишите в комментариях, там, количество боев на вашем аккаунте, когда вы последний раз играли в игру, донатили ли вы. Ну, в общем, такое. Ну, а на этом все. Итоги боя, который мы сейчас посмотрели перед вами. С вами был ваш Бомбилка. Желаю вам удачи. Увидимся уже завтра в новом ролике. И, скорее всего, на воскресном стриме с халявой. Все. Пока-пока, мужики. Завтра, наверное, будем стримить. Еще и футбол вместе смотреть. Удачи, все. Увидимся. И лайк, подписку, колокольчик прожимайте, пожалуйста.